Обязательно, конечно. И он рядом с вами, да? Сидит, да. Иногда плачет, конечно, но сидит. По-другому никак. Сыну год и 9 месяцев. Садясь за руль, Ольга в первую очередь думает о безопасности ребенка. Он обязательно на переднем сидении рядом. И самое главное – детское кресло. Без него никуда. О важности соблюдения правил перевозки маленьких пассажиров напомнили одинцовские госавтоинспекторы в ходе профилактического рейда. Цель данного мероприятия – это снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Данное мероприятие проводится еженедельно на территории округа. Ну, в большинстве случаев, конечно, водители у нас уже привыкли к данным рейдам, стараются не нарушать правила дорожного движения. Детское удерживающее устройство защищает и во время серьезных происшествий на дороге, и от последствий резкого торможения и других маневров. Поэтому детям до 7 лет обязательно нужно находиться в специальном кресле, подобранном по росту и возрасту. А если ребенок едет на переднем сидении, то автокресло необходимо вплоть до 11 лет. Иначе штраф 3000 рублей. Впрочем, все родители знают, детская жизнь и здоровье бесценны. Эмилия Аркелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».